Родители отправили меня в Европу. Говорили, нечего тут светить жопы. Приезжай спустя 5 лет. Здесь сменились власти, поднялись цены. Ну все, блядь, здрасте. Здесь не верят в ковид. Никто не носит маски, как бывает это после третьей пивной банки. Стреляют теперь стики на какой-то глоб. В мое время пустые бары. Сегодня только брон. И сегодня микрон. Я была в Майами, бич. Слышь, ты в сервисе Билайн, твоя маска, бич. Принимает только кэш или Каспи перевод. А кредитки сейчас лишь, чтобы ланить мефедрон 10 лет назад. Секс эдюкейшн было табу. А сегодня пишут, красивых замуж не берут. Школа должна учить социальной ответственности. Но девочка внушает, что вся их ценность лежит в девственности. 5 декабря протвезет в аэропорт. 10 дней в городе противоречил. Где лорд? Если в лучшую сторону сменилась города структура, то почему здесь сейчас антисоциал культура? Антисоциал клаб, антиваксер, антикоммон сенс. Психолог здесь сейчас и астролог, и экстрасенс. Здесь им отвечают между одним полом любви нет, это грязный запад. Нет, это пидора ответ, критика поколения. Их надо ставить на колени. У подростков нет депрессии. Дело просто. Но вы ведь хотите, чтобы развивалась страна? Так начните же в первую очередь себя, ваших ситуативно, личных границ и ресурсов, порошковых идей, введения нового курса. Вы твердите про моменты, внутреннее дитё. Я бы ваших внутренних детей отдала в детдом. Я для себя решила. Хорошо быть в Европе. Здесь не страшно ничего, даже светить жопой. Когда меня спросят, как мой родной город, я с тоской отвечу. Have you watched Borat?